Снова всем привет. Колчан заспинный, традиционный, замшевый, кожаный, спилковый. Как правильно назвать, опять-таки не знаю. Этот модификация, этот вариант у нас на две лямки идет. Плюс у него уже металлическая фурнитура здесь появляется. То есть кольцо, карабинчики металлические, забивка на клепки помимо застрочки на нитке. Регулировка здесь у нас тоже вот такими ременными хлястиками. Уже так все по-серьезному, можно уже мифриловые стрелы утяжеленные нагружать, все будет держать. Так, сам он выполнен из нескольких частей, то есть шов видим. Здесь довольно-таки плотной ниткой толстой уже все прошито. Здесь чуть потоньше. Вот здесь у нас вот такой декор. Тут что-то 60 набито, 80, непонятно. Клепки металлические, тоже толстая нитка из строчки. Строчкой из толстой нитки. Спереди опять же этот же декор. Карман для всяких аксессуаров. Тут у нас легкое тиснение интерлопер, водяной знак практически. В сечении вот такой вот эллипс, по-моему, это представляет из себя. Тубус как бы плотный, но как бы не настолько, насколько вот предыдущий я однолямочный снимал, чуть помягче. Так, там внутри у нас тоже, вот если можно разглядеть, кусок донышка, оно полимерное, то есть типа как бы можно что-нибудь с острыми кончиками носить, но без фанатизма. Вот такие пироги. Что еще хотел сказать? По-моему, уже больше ничего не хотел сказать. Вот такой двухлямочный. Ну, носится он, по-моему, если я правильно все понимаю, он носится с уклоном на один из боков, в одну из сторон, то есть слева или вправо. Не как у Робин Гуда в кино, из-за шеи стрелы не торчат здесь. То есть примерно так. Ну все, счастливо всем.